Десногорск без привлечения стал баскетбольной столицей региона. Именно здесь проходил школьный баскетбольный чемпионат «Планета баскетбола. Оранжевый атом». Подвести итоги проекта на одной сцене собрались организаторы, победители и участники. Кубками и новой спортивной формой были награждены команды 7-8 классов. Они заняли призовые места в школьном региональном финале. В соревнованиях принимали участие и более юные спортсмены – ученики 5-6 классов. Команды-лидеры также получили свои награды. Отдельные подарки ждали и учителей физкультуры, которые воспитывали победителей. Не остались без внимания и директора десногорских школ, где учатся и играют в баскетбол юные спортсмены. Им вручили благодарственные письма и баскетбольные мячи. Тренеры и лучшие игроки команд получили свои заслуженные подарки. Отдельного упоминания были удостоены участники программы «Атом-группа», ученики 1-Б класса 3-й школы и воспитанники детского сада «Лесная сказка». Их поощрили за ведение здорового образа жизни и регулярные игры с мячом. Активные жители Десногорска тоже не остались без внимания. Награду я получил за нормативы сдачи всероссийского конкурса «Готов к труду и обороне» ГТО. Там я явился золотым призером, сдал на золотой значок. Являюсь активной позицией жизненной, являюсь человеком, который пропагандирует здоровый образ жизни. Сами спортсмены особым вниманием к своим заслугам остались довольны. Я думаю, что обязательно нужно проводить эти соревнования, потому что ты показываешь свою силу, на что ты способна. Позитивные эмоции были заметны на счастливых спортивных лицах всех участников торжественного собрания. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.